Уважаемые подписчики, сегодня, к сожалению, у нас нету гостя, но для вас есть кое-что поинтересней. Не понял. Нас многие спрашивали, постанова наше видео или нет. Честно говоря, нас всегда удивлял этот вопрос. И в этом Ребят, ну сделайте потише сами, ёб твою мать-то, а. Лучше, блядь, громко, чем тихо, нет? Видео. Вы найдете на него ответ. Смотрим. В идеале это отец Айгюль. Да ты мне, блядь, опять этого пацана подсунул. Да не смотрел я, блядь. Почему? Почему Ильдус Абрахманов? Ничего себе. Чё за бред вообще? Чего? Подождите, а вы не в секонд-хенде одеваетесь? Нет, это манклёр. Что? Секонд-хенд. Манклёр? Бля. Типа он решил показать, да, типа, что-то? Как это снимается? Я в баре вас видел с мужчиной. В каком баре? Ну, давайте так завуалируем. 17 тонн. Вы не давали ни разу интервью? Максим, нет. Что, Максим, нет? Блять, а че он это не вставлял, сука? Я не понимаю. Как болевой, че вы? Какая мысль была в голове? Спасите, да. Надо было готовиться. Понял. Жопа появилась в 21 год? Да. Неделю назад буквально были короткие. Но я собрал силу воли в кулак и ради вас отрастил за неделю. Потому что люблю вас. Подожди, а как... Блять, он реально гений. Вы прикиньте, он ради этого выпуска снова всех собрал, чтобы записать это, а? Ну что за гений, блять? Я просто смотрел, там у всех жопа в начале. Артем, для... Бля, я не могу, короче, это смотреть, блядь. Знаете почему? Как-то вот в самом начале я пизданул, что это Shadowkek. Блядь, я не могу развидеть Shadowkek в Богдане, блядь. Вот идите нахуй, реально. Ну просто пиздец. Ну как же он, блядь, похож? Мне все говорят, нет, не похож. А я говорю, пиздец, как похож, блядь. Артем, для футболиста вы уже старый. Для тренера еще молодой. Для телеэксперта туповатый. Че за хуйня, блядь? Я думал, что смогу это проглотить, блядь. Он же повторяться будет. Ну ничего, мы до поджопника оторвешься. Да, я обладатель премии. Вы получили ее за ваш ник Пабло в Инстаграме? А, ребят, у нас отклеивается студия. Это знак или что? Стендап больше нравился? Просто странно, что между универом и стендапом стендап выбрали. Ну да, как бы поприкольнее, там всякие эти... Там в Кемерово можно съездить, в Саранск. Это со стендапом. Не понял. Я вот по вам учился, честно говоря. Трахаться. Влад, а вы знали, что если заменить всего 4 буквы в вашем имени, то получится енот? Полностью прошерстили интернет, чтобы найти этот факт. Фу. Давно передача уже ваша идет? Да лет 6, по-моему. А, нет, первый выпуск вообще. Думаю, недолго будет. Надеюсь. Захватывающе. Да. Чё, блядь?
Бля. Ну, может, какую-то строчку одну, типа, рехаб. Здесь, здесь дают в рот за своеволие. Нормально? Ну, в целом, я как даже картину составил. Это седьмая традиция, раздвигай ягодицы. Блядь, какой пиздец. Я, ладно, хорошо, что он это не вставлял. Доктор Слоу. Это реально гениально вставить в один выпуск. Это что-то пиздец половина, блядь. У, Сергей, спасибо, Серега. Что-то второй день уже, блядь, доначишь. Спасибо огромное. Улыбает, улыбает, да. Не столько смешно, типа, но улыбает. В моей школе журналистики не готовят. А ты Рузиль? Нет. Богдан New Balance. Я же скучился, рассказываю. А, то есть можно понять по девушке, сколько сейчас время? 12. А это разве удобно? Ну, типа спросить, снимите штаны, который час? Нормально, абсолютно. У вас не так? Нет, у нас сразу поебал, убил. В детстве вы любили играть в казаки-разбойники. Когда играли в последний раз? Давно, очень давно. Хотите, приходите, мы... Блять. Фу. И первый батл будет ебанутый Омск против пизданутый Омск-Томск. Не могу, нахуй, этот вопрос, блядь, задавать нормально. В детстве вы любили играть в казаки-разбойники. Когда играли в последний раз? Ну, уже очень давно. Хотите, приходите, мы... Сука, блядь. Все, нормально. Не, почему-то подумал, что вас называют Машон. За глаза... Зеленые. Называют все меня... Машонка. Блять, что за пиздец? И поэтому все так. Ну, понятно, что это ответ, что это постанова. Играть в казаки-разбойники. Когда играли в последний раз? Ну, давно уже, наверное. Хотите, приходите, мы по пятницам после работы. Сука, блядь. Ой, бля. Ладно, ща. В жопе вибратор. Вот так. Анальный кратер. Порван клитор. Что за хуйня? В детстве вы любили играть в казаки-разбойники. Когда в последний раз играли? Ну, уже очень давно. Ходите, приходите, мы по пятницам после работы с ребятами бегаем. Все, ладно, с пятого раза оно смешнее стало. Вы развелись со своей женой? Да. Сейчас у нее есть кто-нибудь? Я не знаю. А у вас? В детстве вы любили играть в казаки-разбойники. Когда играли в последний раз? Ну, уже очень давно. Ходите, приходите, мы по пятницам после работы с ребятами бегаем. Ты за кого больше любишь играть? Ну, наверное, за разбойников. Блять, ну что в этом вопросе, блядь, сложного, нахуй? Вы сделали пересадку волос. Да. А с помощью сервиса Aviasales могли бы... Блядь, сейчас. Единственного спонсора потеряете. Не можем спонсорские записать. Бля, гений. Он даже сюда эту рекламу интегрировал. Бля, ну ты что вообще за человек, блядь? А, нет. Бриф. А у тебя кто есть любимый тренер в России? А какие есть вообще? Ну, нормальных нет практически. Думал Слуцкий, но нет, он не очень. Очень плохой. Физрук чистый. Паршивый. Говно. Давайте по тексту. Парни, не отходим от текста. А, во. Вы боец. Когда видите, как детишки на площадке дерутся, подходите к ним со словами, а можно я разок пробью так, чисто на технику? Нет, конечно, я детишек не трогаю. Детишек не трогаете? Да, я тебя не буду, не бойся. Я... спасибо.
Я не... А, да. Я просто испугался. Я уже начал бояться, да. Вот сейчас можешь вспомнить одно, что-нибудь такое, за что прям стыдно тебе? Ты бы хотел... Ну, ты бы отдал все, чтобы вернуть время назад и сделать по-другому. Ну, наверное, банк ограбил. Зачем? Ну, нужны деньги были. Не, на что? А, квартиру хотел взять. Ты никогда не думал, что я тебя просто ебать могу? Честно говоря, я об этом не думал. Бля, как он сказал. Просто, блядь, ебать. Бля, вот это вообще. Бля, не по тексту просто работают. Все, вот ответ. В этом, блядь, и пиздец, поняли? Типа, что сейчас рассказывают, как они с текстом, блядь, работают. Ты никогда не думал, что я... Смотри, забыл, что должен сказать? Я просто ебать могу. Честно говоря, об этом не думал. Это ж какой хайповый видос может получиться. Продолжим? Я не знаю. Засал. После еще, после жопы попробовать, может, вдублить сразу, чтобы ты замахнулся. А что там делаю дальше? Он говорит, продолжим жопа, и ты... Ну да, продолжим жопу, и ты такой, типа, чуть-чуть замахнешься, а я не дернусь. Вот здесь. Бля, ну меня это чуть-чуть даже расстроило, что там все по тексту. Я потому что думал, что понятно, что они там все в курсе, куда они приходят. Понятно, это само собой. Примерно, я думал, они там знают, про что они говорят. У Богдана строго сценарий, а вот у участника он, блядь, должен в ахуе сидеть. Но он должен в курсе, что такие вопросы, понятное дело, задают. И, бля, оказывается, им тоже, блядь, сценарий прописывают. Поэтому и выходит так, что первые выпуски были разъебные. А там дальше либо, блядь, сценарист что-то, блядь, пожрал, либо, блядь, сценарист что-то, блядь, не так написал, либо поменялся, блядь. Потому что если обратить на тенденцию раньше, как было, вот с этим типом, я не помню, как его зовут, смешно. А с Дзюбой, ебать, какой угар. И вот, блядь, через раз как-то. А где-то прям вообще мега тупо. На импровизации кринж был, но вот ты, если обратишь внимание, последние выпуски как будто бы и сделаны кринжово, понял? А я-то смотрю все выпуски, кроме пацана. Пацана, я про пацанов я не смотрел, ну, вот этот сериал. Поняли? Так я думаю, это полная импровизация. Было бы здорово, чтобы там интервьюшка длилась часа два, и из этого двух часов было нарезано импровизацией самое охуенное, поняли? Но я думаю, оно так и есть, два часа, но они строго по сценарию работают. Или, может быть, какие-то есть импровизирующие ответы. Я хз. Короче, бля, было бы заебись. Я не дам тебе отхлебнуть рассол. Ты сейчас отхлебнешь рассол и будешь уже, ну, кайфовать сидеть. Можешь ходить. Я так и подумал, если ты все интервью будешь стоять. Ты никогда не думал, что я могу тебя ебнуть? Блин. Честно говоря, я не думал об этом. Это ж какой хайповый видос мог получиться. Ну что, продолжим жопу? В смысле? А, здесь... А! А, здесь я не боюсь, бля. Я что-то здесь подумал, что... Блядь, да страшно, идите в жопу, понятно? Нормально? Арсений, погоди, не отвечивает, все отлично. Ты видишь тоже, да, Саш? Это в роли, блядь, или что? А мы в реальную прачечную будем звонить? Унижать, да. Нет, мы будем звонить женщине, она все в курсе, она будет нормально отвечать, но у нее голос... Окей, ладно. Как нормальная. Жене твоей, что ли? Нет, это Ира Ладышева. Ну, я не думаю, что тебе это нужно. Так, тихо, нет, я злюсь. У вас родился сын? Когда? Скажи «да». Ну, это тоже хороший, да. Вы постоянно и везде говорите, как сильно любите свою жену. Я нигде так не говорю. Скажи «да», так и есть. Вы снялись в рекламе кошачьего корма. А какой он на вкус? Такой терпкий. Нет, скажи, я его не ел. Тут надо соврать. Тут надо немножко для роли соврать, сказать, что ты его не ешь. Я, кстати, фанфик.
про вас и пальто написал. Почитаете вслух? Я? Да. Давай. Я должен был сказать нет. Ну, видишь? Давай еще раз. Давай. Да, я забыл. Скажи, как готов. Ты сказал, забыл. Это по сценарию. А, все понял. Бля, градус повыше сейчас стал, охуенно. Почему ты не кидываешь? Да, да. Давай, давай. Пальто, снимает пальто, и тут Марат просто как с цепи сорвался. И? Налетел на пальто. Дальше. Ты просто тут говоришь, хватит. Я могу дальше. Хотел послушать. Да, интересно. Сюжет хороший, да. Дальше. Вы были когда-нибудь в нокауте? Что это еще? Да. Я зашел просто. Да все, давай. Блядь, здесь какая-то, ребят, просто... Нет, правда. Нет, я играю, что вы ржете, блядь? Ну какие же вы... Ладно, все, испортили, давай. Извини. Мы потом обрежем наш да, смех. Да, да, все, давай, блядь, просто читай. И эту сцену. С любовью и за то, что не веришь в российский футбол. Давай. Вот, хорошо. Че, по восьмерику? Или я бы закончил? Я тоже не хочу, да. Ты, по моему удивлению, был неплох. Был уверен, что ты не сможешь. В 2021 году вы играли гнома в «Уличном правосудии». За 2 года вы выросли. Я не видел этого вопроса. Бля, кого-то на плите сижу, жопу горит. Просто жжет жестко, блядь. Вы учились в Хогвартсе? Нет. Вы знаете, кто такой Добби? Да. И вы утверждаете, что вы не учились в Хогвартсе. Вранье, получается. Вы учились в Хогвартсе? Да. Я не рад. Хорошо, топ-3 худших комика России на данный момент. Худших? Угу. И только так, чтобы ты потом это не вырезал на монтаже. Так, да, Андрюха, да, Илюха, Ваня. Я хочу сделать татуировку, но не знаю, как она будет выглядеть в старости. Можно я на вас сначала ее сделаю и посмотрю? На пояснице гусеницу. Нет, там уже занято место. А в Питере выгнали тоже концерт, не дали провести, жопу вытирал бумагой, туалет. Вот подлые, блядь, гандоны, блядь. А не обидно, что даже съемки слетали, а вы никуда не слетали? Не хотите наверстать упущенное с помощью сервиса Aviasales? Блять. Андрюх, я башкой понимаю, что сердце отказывается. Но рот не слушается. Да. Капитал? Маркса. Шоу. Что? Шоу, капитал шоу. Нет, я Маркса уже сказал после капитал. Хорошо. Маркса, Тишмана. Да Гладьмана. Начальника НМА. У камеры качество упало, по-моему, даже после этой шутки. Вы можете еще долго опустить, а то мы потом не склеимся. Сейчас посижу так немножко. Все равно ничего, все равно ничего не... Это терпит. Просто нога будет раз-раз. Этот дубль можете так, да. Валерия, часики. Валерия. Шиномонтаж. Ка. Кать. Хочу. Иди. Child free или картошка по-деревенски? Child free. Пиздец, ржанул. Если там
хавать соусом. Нет. Это хавать соусом. Посол? Посол. Ты нахуй. Да уж. Посол, ты нахуй. Ахалай-махалай или ляськи-масяськи? Масяськи. Оккультизм или анонизм? Это все, весь блиц? Да. Ну, чтобы тоже подраскрыть. Подраскрыли? Не, ну про ляськи-масяськи тоже кое-что у вас говорит. А что именно? Можно узнать? Психологический портрет? Подпуск? Ну, что вы такой, однолюб. Это по масяське вы определили? Ой, блядь. Ну, я понял, они частично знают, что конкретно они, блядь, должны ответить, но я так понял, больше про импровизацию. Все, догнал. Ну, Борф, да иди ты нахуй, блядь. Бля, ебать, его сейчас разорвет, нахуй, алло. Сказал, ты выводишь меня на. Я спрашиваю, я тебя сейчас хочу, ебну успокойся. Стул, успокойся. Бля, мне чуть страшно стало. Сиди. Ну, не прям ледяная, но такая. Обычно клички футболистов все сокращения от фамилии. У тебя какая фамилия? Ле. Что а? Ле? Ну, хотя первые четыре буквы сократили. Ну, это моя фамилия. Что? Ле фамилия такая. Богдан Ле? Смяк да? У него было смяк да? Нет, ты как больной, мой смяк да? Вот ты как больной сделал. Это ты больной. Больной ты. Блять. А ты во сколько девственности лишился? В 11. Вообще круто. Все круто. Ну, было неплохо. Да я не так показал. Ты вообще показал смак-то. Не, ну вот. А ты до этого показал смак-то? Я сказал смак-то. Оба правы. Кто? Не говори, заткнулся. Батек там. Вы занимаетесь... Батёк. Батёк. Мы вообще постоянно компашкой собираемся. В туалете? Угу. Жора Крыжовников, Майя Абрикосов, Миша Грушевский, группа «Фрукты» и я. И что делаете? Пиздим. А что у вас спросить? Я когда в поиске... Сейчас этот... еще раз. Mm-hmm. Вопросы. Тупые у тебя. А что мне у тебя еще спросить? Самый крутой глюк, который вы видели? Ну, я был лавкой. Очень бы интеграция. Здесь, кстати, Яндекс.Лавка. А сколько у тебя в год раз секс? В лучшие года или сейчас? Ну, если прям, типа, охуительный год. Ну, самый охуительный год у меня два было. Два? Блин, вообще... Ну, я бы уверен, если бы я в детстве от вас услышал... Меня начало рвать. Все, я не могу, нахуй. У меня делятся люди, нахуй, 50 на 50. Те, кому... Бля, 201-я несмешная шутка. И те, кто... Ах-ха-ха-ха, блядь. Вот я сначала был за одних, а теперь за вторых, блядь. Потому что, ну, начало разъебывать от тупости. Откуда берутся там дети? Угу. Я уверен, я бы более качественно сейчас уже трахался.
Блять, качественно трахаться. Два раза. А как, ну, каким образом? Так получилось много. Да нет. Легонечко. А как так вышло у тебя? Что ты делал? Ну, один раз купил. Угу. Не смешно, я, блядь, так же сделал. Продал. Давай потихоньку начнем. Давай. Какой тебе потихоньку? Вот, вот это потихоньку хороший прям. Вот это самый слабый, это то, что нужно. Не упал. Я упаду, я просто же задержался. Да. Да, что было там? Да, очень реалистично получилось. Ну, было не прям, ну, для меня не самый слабый удар в жизни, который я получал. Хорошо, что мы, кстати, с самого слабого начали. Не, мне нравится, Андрюха говорил, не, ну ты тоже реалистично ударь, как бы сидит там. То есть ты считаешь, что я переиграл? Не-не-не, прям вообще. Далеко сел. Да, то есть у меня дед совершенно по-другому умер. То есть вот он умер, и все там. Был в сети там 6 лет назад. Блядь. Вот так прям подойди, прям в лицо. Я тебе делаю так, проходит. Ой-ой-ой. Понял. Только аккуратно. Нормально. Да, я буду здесь аккуратно. Ага. Вам когда-нибудь говорили не Усович, а пропуск в Трусович? Я типа за спины могу, ну, отсюда, как будто я по нему ударю один раз. Можно и так. Как же страшно. Да не, отсюда можно. Я просто помню такой момент, что кто-то пшикался как духами. Типа, блядь. На дискотеку? Не, в тюрьме. А, в тюрьме. Бля, серьезно. Бля, просто еще смешнее, если ты помнишь, о чем был выпуск. В какой момент, типа, это происходит, блядь. Тогда вообще убивает нахуй, чуваки. ДНК-тест. Вероятность того, что я ваш отец, 3%. Ты долбоеб. Ты, блядь, как с отцом разговариваешь? Блять, это пиздец. Можете так на каждый вопрос. Очень жирно. Да мы потом на монтаже на каждый ваш поставим. Ты долбоёб. Кто первый раскололся? Я. Я не такой. Но я был, ну, прям на подходе. На долю секунды. Кто вам дороже? Я или мама? Моя мама? Моя мама. Он заплакал просто. Что сделает? Он заплакал. Но мы ничего да. Не можем контролировать. Нормально? Нормально. Дебилы, блядь. Так было или нет? Сильно? Попал? Вот так в ногу. Серьезно попал? Блядь, прости, Мартелло. Серьезно, в ногу? Да, прям в костяшку. Да нормально, нормально, как говорится. До свадьбы. Бля. Не, выглядел вообще. Да похуй на ногу-то. Главное, что сняли. Было. Да?
Еще один дубль, как считаете? Как считаете, дублик может? Как будто бы было. Было! Нам рождение, Луна! Ну что ж, теперь, надеюсь, вы точно убедились, что это не постанова. Всех с новогодними праздниками. Пока. Можете на эту камеру какие-то слова прощальные нашим сейчас подписчикам сказать? До свидания. Блядь, чё? Все, первый дубль был, блядь, Паш, охуенно. Блядь. Пиздец, я вот что угодно от него ожидал, но не до свидания, поняли? Порвало вот из-за этой хуйни. Блядь, какой гений, бля, вообще все завез нахуй. Фу, просто разъебал его нахуй. Блядь, до свидания нахуй. Че за говно? Так, что за видос там про Моргина мне сказали посмотреть, блядь? А то у меня просто, ну, я что-то 90% пропиздел. 10% посмотрел плюшки и, блядь, все. Нихуя, у меня больше нету. Будьте здоровы, лайк поставь. Бля, ну, сначала я сказал, типа, что я разочарован, но я понял, что тут импровизация по большей степени. Есть примерные ответы, что они отвечают, от них можно отталкиваться, но по большей степени у гостя импровизация все-таки.